Мама! Раз, два, три. Мама! Послушайте, Джонс, я не сам надо лица. Нет. Послушайте, Джонс, я не стану отрицать, что ситуация низкая не могла. Hello, Janet. Я закрою. Трудно было разыскать квартиру. Ага. Надеюсь, дождя еще нет? Вот хорошо. Пожалуйста. Да что с вами? В таком случае проходите сюда и усаживайтесь. Пожалуйста. Прошу вас. Садитесь. Пожалуйста. Да что с вами, Джанет? Взгляните на меня. Вы здоровы? Ну, идите же сюда. Послушайте, я не стану отрицать, что ситуация несколько неловкая, тем более, что вы достойны уважения. Если бы вы не нервничали, если бы с наглым видом вломились сюда, как это делают. Некоторые женщины. Или будь вы психопаткой, которую я однажды встретил в парке. Тогда дело другое. Но вы не такая, Дженнет. Из всех наших знакомых... Из всех подруг Тельмы я всегда уважал и любил только вас. Вот почему я был так счастлив вчера, когда мне дали понять, что я... А? Что с вами, Джанет?
Ну, бросьте, Дженнет, все в полном порядке. Ведь это же я, Барни, это же я. Дженнет, ну вы же не собираетесь сидеть здесь и плакать до 5 часов, а? Дженнет, Дженнет, куда вы? Дженнет, куда вы? Подождите, Дженнет, Дженнет, куда вы? Дженнет, Дженнет. О, Господи. Ну, как их разберешь? Как? О, пожалуйста, входите, Дженнет. Почему я здесь, парни? То есть как, почему? Почему я здесь? Я знаю вас и Тельму уже 12 лет. Тельма всегда была мне верным другом, и я ни за что на свете не причиню ей боль. Вы с моим мужем Мелом близки, как братья. Так почему я здесь? Потому что я пригласил вас. Я очень нежно отношусь к вам. Послушайте, Дженнет, почему вам не положить сумочку и не успокоиться, а я тем временем принесу что-нибудь выпить? Я не испытываю к вам никакого физического влечения. Знали вы это? Нет. Нет, это я не знал. Ну что ж, ничего удивительного. Я хочу сказать, что это не обязательно. Я считаю вас милым, в основном славным, но вот физически привлекательным нет. Что поделаешь? Поймите меня правильно, ведь мы с вами столько лет знаем друг друга. Ну еще бы, ну еще бы. Значит, я могу без обиняков сказать вам, что физически вы меня не привлекаете. Ну хорошо, хорошо, будем считать этот вопрос исчерпанным. Сейчас я принесу выпить. Дело не в вашей внешности. Ваша внешность меня не смущает. Раз слышит, Дженнет. Вы импонируете мне в эмоциональном и интеллектуальном планах, но не физически. Не странно, мне всегда казалось, что мы тяготеем друг к другу. Повторяю, не физически. Ну хорошо, не физически. Это факт уже установлен. Сейчас я принесу шампанское. Вы знаете, Барни, мы с Мелом уже 8 месяцев не были близки. Ой. А откуда мне знать? 8 месяцев? Ну и ну. Я знал, что у Мела радикулит. 8 месяцев мы с Мелом не были близки. Да, но при чем здесь я, Дженнет? Я здесь ни при чем. Эти вопросы должны решать с Мелом. Мел был близок со мной, я нет. Интересно, как это у вас получается? Физические отношения не привлекают меня, Барни. Неужели совсем? Когда-то они имели для меня огромное значение, сейчас для меня ничто не имеет значения. Вы очень подавлены, Дженнет. Сейчас у вас трудный момент. Бог мой, 8 месяцев, ничего не видно. Мел говорил вам, что у нас с ним не ладится? Ни слова. Мел не из болтливых. Но вы с ним постоянно встречаетесь. А, по субботам мы с ним играем в гандбол. На личные темы не разговариваем. Он подает мяч, я отбиваю. Он не показался вам расстроенным? Нет, нет. Можно я возьму вашу сумочку, Дженнет? Барни, вы никому не скажете. Я? Как вы можете даже подумать? Значит, я могу не беспокоиться, что мое имя станут трепать на коктейлях. Да, да. Пусть я сдохну. Пусть не доживу до свадьбы старшей дочери, если когда-нибудь упомяну. Клянитесь. А я это и делаю. Пусть меня разобьет паралич от макушки до пяток. Мне нелегко было прийти сюда. Пусть артрит скрючит мне пальцы. Я поражен, что вы могли подумать. Я не создана для тайных встреч. Я тоже. Я даже не знаю, что я должна делать. Я бы на вашем месте прежде всего положил сумочку и успокоился. Мне важно только одно. Что бы ни произошло между нами, все это должно остаться в этих 4 стенах. Да пусть ресторан мой сгорит дотла. Вы можете не беспокоиться, Дженнет. Я сказал вам об этом еще вчера. Мел
упоминал о том, что у него есть другая женщина? Нет. А если он упомянет, вы мне скажете? Да, скажу. А почему вы мне скажете? А не знаю, вы просите, отказать неудобно. Вот и все. Понятно. Садитесь. А. Что вы обо всем этом думаете, барни? О чем обо всем? О том, что происходит. Но ведь ничего еще не происходит. Я даже не могу получить от вас сумочку. Вас не ужасает время, в которое мы живем? Не поражает всеобщая распущенность? Нет, я с ней не сталкивался. Слышу, но лично никогда не сталкивался. Ну, сядьте вы хоть на минуту. Раз уж вы пришли, с таким же успехом можете сесть. Вот садитесь. Вот вы сюда, а я сюда. Я бы хотела задать вам один вопрос, барни. Пожалуйста. Чувствуете ли вы себя виноватым в том, что пригласили меня сюда? Чувствую ли я себя виноватым? Не повторяйте вопрос, отвечайте на него. Чувствую ли я? Нет, не чувствую. Иными словами, вам все равно, кому вы причиняете боль? А я никому не причиняю боль. Вот как в самом деле? Конечно. И вы не хотите даже задуматься над своим ответом? Я? Зачем? 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 Вот именно зачем? Не стоит задумываться. Зачем задумываться? Это и есть современное мировоззрение. Я тоже решила стать такой, как все. Вот почему я сегодня здесь. Нет, мы как-то с вами отклонили в сторону. Мы говорили совершенно на другие темы. И вдруг... Что вы делаете? Что это за таблетки? Дигилена от депрессии. А, так надо было запить водой. Я не могла ждать. Пока я принесу воду, у вас такая страшная депрессия. Разве не так мы решаем сегодня свои проблемы, барыни? С помощью таблеток, наркотиков? Знаете ли вы, сколько человек в Соединенных Штатах принимают таблетки от того, что не могут справиться с эмоциональными и интеллектуальными проблемами? Знаете, сколько? Нет, не знаю. Журнал «Лук» опубликовал точные данные. А я на этой неделе не был в парикмахерской и пропустил последний номер «Лук». 60 миллионов. Ну, так много. А знаете, что нас ждет, если мы не будем принимать таблетки? Это что, опубликовано в том же номере? Депрессия, меланхолия. Знаете ли вы, что такое меланхолия? Ну... Раздумья, да? Мрачные мысли, да? Я скажу вам, что такое меланхолия. Это полное, беспросветное отчаяние. Ай-яй. Ты просыпаешься каждое утро без сил, без надежд, без желаний, без радости. Ты не мечтаешь о счастье, потому что раз ты не существуешь, то и смерть теряет свой смысл. Тебе остается... Приходящая, неотступная, бездонная, беспросветная, неотлучная. Уныние. Вот что такое меланхолия. А не выбить ли нам, чтобы разбить это проклятое уныние? Что от меня хотите, барни? Рассчитываете весело провести время? Со мной весело время не проведешь. Я думаю, мы интересно можем провести день, если откажемся от мрачных размышлений. Давайте принесу шампанское, а вы положите сумочку и расслабьтесь. Мэл действительно не упоминал о другой женщине? Нет. Господом Богом, клянусь. Ой, вы очень изменились вчера тем вечером, Дженнет. Не понимаю, что на вас нашло? Вчера вы были такой оживленный и веселый, а сегодня я вас не узнаю. Мне нелегко было прийти сюда. Я понимаю. Если бы кто-нибудь узнал или даже заподозрил... Да пусть у меня руки и ноги отсохнут. Хватит, Дженнет. Никто не будет знать. Вот, я прошу вас, сейчас я принесу шампанское, а вы усядьтесь поудобнее, пожалуйста, и придите в себя. Видите этот столик? Да. Лучшего места для вашей сумочки не придумаешь. Вы знаете, барни, я совершенно не могу прикоснуться к еде. Нет, Дженнет, погодите, вот тут я вам не верю. Я понимаю, что вы находитесь в состоянии депрессии, однако на еду она не распространяется. Мне претит вкус пищи. Вкус, может быть, вам и претит, но вы ее вкушаете. Номер не придет, Дженнет. Вчера я сам видел, как вы уплели две порции жаркого. Я чисто машинально ем то, что стоит передо мной. А жаркое перед вами не стояло. Вы отправились за ним и положили себе второй кусок. Ну, впрочем, это не важно. Важно, как вы себя чувствуете. А как чувствуете себя вы, барни? Как чувствуете себя вы, находясь здесь наедине с женой вашего друга Мэла? Ну зачем так ставить вопрос? Вы Дженнет, я Барни. К чему вы все усложняете? А как вы думаете, отреагирует Мел?
Если я сейчас позвоню ему и скажу, где нахожусь и с кем. Бурно. Я думаю, отреагирует бурно. Стрельба, трупы. Не испытывайте, да, Дженнет. Семейную жизнь не следует подвергать слишком серьезным испытаниям. Господи, вы так боитесь смерти, барни? Смерти? Боюсь. Смерть сама по себе ужасна, а уж хуже насильственной ничего быть не может. Дженнет, я думаю, наши разговоры принимают слишком мрачный оттенок. Вы уверены в том, что на свете нет ничего хуже смерти? Вы что? Что? Страдания и боль? Плохо, плохо. Но это второе и третье места после смерти. Смерть занимает первое. Дженнет, вам пора выпить шампанского. Значит, вы наслаждаетесь жизнью, вам нравится жить? Я влюблен в жизнь. У меня есть кое-какие проблемы, но лучше жизни до сих пор еще никто ничего не придумал. Дженнет, я знаю, что вы лечитесь у психоаналитика, но сейчас не время заниматься глупостями. Почему? Почему вы мне не отдаете сумочку? Почему? Что привлекает вас в жизни, барни? Все. Все? Все. Например? Что, например? Слушайте, ваша сумка сведет меня с ума. Ну, положите ее на тахту еще куда-нибудь, ничего с ней не случится. Ну. Вы уверены в том, что на свете есть то, ради чего имеет смысл просыпаться по утрам? Назовите мне эти чувства, эмоции, что дает вам силы жить, барни? Ну, тут несколькими словами не ответишь. Вы имеете в виду отдельные понятия, да? Скажем, любовь, секс и семья. Да? Дайте мне вашу проклятую сумку! Пускай лежит здесь. Простите, Джен, я не смог удержаться. Вот, теперь отошло. Вот. Что, вот оно. Садитесь. Нет. Сколько радости вы получаете от жизни, барни? Вы опять за свое, Дженнет? Сколько? Назовите мне цифру. Процент. Сколько радости я получаю от жизни в процентах? На этот вопрос я не могу ответить. Это же бессмысленно. Ну, 50, 51, 52%. Что-то в этом роде. Учтите, что я цифру взял с потолка. Знаете вы мой процент? Знаете, какой процент счастья назвал мне мой психоаналитик? Низкий, я полагаю, очень низкий. 8,2%. О, примерно так я и предполагал. Мне 39 лет, барни, а жизнью я насладилась на 8,2%. И вы действительно высчитали это с карандашом в руках? Неудивительно, что вы так подавлены. Я пришел в уныние от 51%. Могу себе представить, что вы чувствуете при 8,2. Садитесь. О, еще. Считаете ли вы людей в основном хорошими? Это что, допрос, что ли? Как вы считаете, наш мир населен хорошими, добрыми, честными, порядочными? Ну, всех, конечно, хорошими не назовешь. Иными словами, вы признаете, что среди них есть и хорошие. Верно. Добрые, честные. Безусловно. Любящие, порядочные. Конечно. Назовите их. Так и знал, что последует именно этот вопрос. Вот пари был готов держать. Назовите мне 10 человек. 10. За этим что-то кроется. Еще не знаю, что, но явно кроется. Ну, хорошо, назовите 5. 5. Назовите 5. Пять. Хорошо, назовите 3. 3 человека из всех живущих на земле? Да что за нелепый, Дженнет. Да я могу вам назвать вам 300, 3000, 3 миллиона. Только 3. Живых или мертвых? Уже проблема. Мне нужно 3 человека, которых вы действительно считаете добрыми, честными, любящими и порядочными людьми. Думаете, не назову? Нельзя так цинично относиться к людям, Дженнет. Нельзя так презирать их. Окей. Принимаю игру. Начали. Список мой возглавит. Первым человеком в моем списке будет. Сейчас вы поразитесь. Готовы? Готова. Тельма. Моя жена Тельма. Номер 1. Вы согласны с Тельмой? Близкие не исключаются? Тельма Кэшман, безусловно, добрая и любящая женщина. Прекрасно, вы согласились, благодарю. Теперь мне осталось назвать 2. Пока у вас есть только 3. Я ищу неоспоримые кандидатуры. Так, 2-м я бы назвал... Мертвые не исключаются?
Среди живых все? Причем живых или мертвых? Мы не уславливались. Я не знаю, приемлем ли для вас Джон Кеннеди? Ну, если он приемлем для вас. Конечно, приемлем. И не только для меня. Сказать по правде, Дженнет, когда вы вчера вечером у себя сказали, что жаждете встречи со мной, я не предполагал, что мы с вами будем играть вот в эту игру. Я пытаюсь оправдать свое появление здесь. Оставим это и выпьем шампанское. Секундочку, секундочку. Сначала я закончу список. Итак, Тельма, Джон Кеннеди. Что же еще? Тельма, Джон Кеннеди. О, Господи. Тельма. О, именно он, Христос. Годится? Вы выиграли, барни. В нашем мире вы умудрились найти таких трех человек, я поздравляю вас. Не стоит поздравлять, это было не так уж трудно. Я просто выбрал большую тройку. Христос, Кеннеди и Тельма. Знаете, Дженнет, если бы сейчас нас с вами кто-нибудь подслушал... А вот я не справилась, барни. В нашем мире я не умудрилась найти таких трех человек. Что, за 39 лет вы не встретили никого? Никого. Ну хорошо, но ваши 8,2%. В них наверняка вошли три человека. Нет. Что, ни близкого человека, ни подруги, с которой вы ходили в школу. Какой? Ну какой? Я не знаю, с кем вы ходили в школу. Хорошо, а как насчет Христа или Кеннеди? Назовите мне моих личных знакомых. Ладно. Пусть будет Тельма. Вы согласны с Тельмой? Я уже сказала, что считаю Тельму доброй и любящей женщиной. Стойте, стойте, стойте. Минуточку, 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 минуточку. А как насчет порядочный? Второй раз вы пропускаете слово «порядочное». Первый раз я счел это случайностью, а сейчас хотел бы выяснить, в чем дело. Почему вы пропускаете «порядочное»? А вы считаете ее порядочной? Мою жену Тельму? Вы что, в своем уме? Она самая порядочная женщина на свете. Спросите любого. Тельма Кешма сама порядочность. Бог мой, Тельма Кешма и порядочность синонимы. Ну, замечательно. Может, вы что-то знаете? Конечно, нет. Хорошо, тогда почему вы не называете ее порядочной? Она в вашем списке находится, или она в моем, значения не имеет. Что это значит, Дженнет? Вы высказываете сомнения по поводу порядочности моей жены? Я молчу, барни. Это вы сейчас высказали некоторые сомнения. Сомнения? Бог мой, как сомневаться в Тельме? Откуда мне знать? Ну, так я вам скажу. Никаких сомнений нет. И быть не может. Ну, если вы так уверены. Что значит есть? Что значит есть? Что значит есть? Я абсолютно уверен. Я прожил с ней всю жизнь. Я вырос с ней. Я знаю каждую ее жилку, каждую ее мысль. Ей чужды злоба, обман и зависть. Тельма Кешман безупречна. Она так же не способна на обман, как вы или я. О, черт побери. Итак, у вас остались только двое. Христос и Кеннеди. Называйте третьего. Неправда, только не Тельма. Она не похожа на других людей. Она честная, любящая, добрая и порядочная. Как? Она не похожа на других людей. Значит, все другие люди не добрые, не честные, не любящие, не порядочные. Именно это я и хотела вам доказать. Ради всего святого, Жанна, зачем вам это понадобилось? Может, вы знаете о Тельме что-то, чего не знаю я? Рано или поздно, я ведь узнаю сам. Вы слышите, Дженнет? Вы обязаны мне сказать все, что знаете. Я, наконец, требую, Дженнет. Тельма Кэшман, безусловно, самая добрая, честная, любящая и порядочная среди всех, кого я знаю. Она сама порядочность. Вот. И с вашей стороны нехорошо усомниться в ней. Да. Вы непорядочный человек, парни. И я непорядочный человек, потому что пришла сюда, зная, что такое Тельма Кэшман. И Мел непорядочный, потому что довел меня до этого. Порядочная одна Тельма. Да-да, так получается, да. Но она-то считает вас самым порядочным среди нас. А с моей точки зрения, это идиотизм. Вот и выходит, что она идиотка. Наш мир населен либо людьми непорядочными, либо идиотами. Никакие другие мне на глаза не попадались. Так как же мне не принимать таблетки?
Клянусь, такого ужасного настроения у меня еще никогда не было. Мой психоаналитик принимает по средам, 3 до 7. Неужели это правда, Дженнет? Неужели я так отвратен? Неужели все мы так отвратны? Знаете ли вы уровень грамотности в Америке? Нет. 82%. А уровень супружеских измен 87%. Вот и выходит, что Америка единственная в мире страна, где развратников больше, чем грамотных. Я никогда не задумывался о себе в этом плане. Нет, я ни о ком не задумывался в этом плане. Теперь вы понимаете, что без таблеток не проживешь. Нет! Нет, нет и нет, Дженнет, я с вами не согласен. Нас нельзя назвать непорядочными или злыми. Мы простые смертные, Дженнет. Вот кто мы, люди. Мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Мы если люди. Если бы я порассказала вам о людях, которых вы знаете и уважаете, вас бы тут же вырвало. А меня не интересуют другие люди. Каждый живет по-своему. И вы не хотите видеть, что творится вокруг? Нет. Сплошная ложь, сплошной обман, сплошная грязь, сплошной разврат, сплошное... Прекратите. Всюду! Происходит всюду! В конторах, мотелях, машинах, под вашим носом! Прекратите, Дженнет, пора заняться светлой стороной жизни! Знаете ли вы Шарлотту Корман? Высокая, рыжая, грудастая баба, муж ее коммивояжер компании Ford. А я соученица по школе. Мел, она не нравится. Мел не хочет, чтобы я дружила с Шарлоттой Корман. Мел не хочет, чтобы она бывала у нас в доме. Мел терпеть не может Шарлотту Корман. Ну и что? Я не понимаю. Ну и что? Последние 8 месяцев Мел спит с ней. Я должна была перестать встречаться с ней 3 раза в неделю, потому что он встречается с ней 4. Послушайте, Джен, может, вы ошибаетесь? Может, это игра воображения? С вами явно происходит что-то неладное. Вы сами говорите, что вы не прикасаетесь к еде, а? И, к сожалению, есть неоспоримые доказательства. Его собственные слова. Как-то в 2 часа ночи Мел разбудил меня, похлопал по плечу и говорит: «А знаешь, у меня роман с Шарлоттой Корман». Кто его спрашивал? Да. Разумеется, когда он разбудил меня в 2 часа ночи, я подумала, что ему нужна я. Вы знаете, что такое проснуться среди ночи, лицо не сделано, ресницы не намазаны, и услышать, что твой муж спит с другой женщиной? А почему он мне это сказал? Он это тоже объяснил. Оказывается, мы живем в новом обществе, в новое время. Сексуальная революция, так сказать. Вы можете делать все, что вам заблагорассудится, и не чувствовать за собой никакой вины, если не делаете из этого секрета. Боже мой, какое счастье жить в таком высоко цивилизованном мире. В старое доброе время я бы сошла в могилу, так и не узнав, что мой муж проводит свое свободное время в постели Шарлотты Корман. В ответ на это он не услышал от меня ни слова. Я встала, спустилась вниз в кухню, сделала себе отличный сэндвич. Желе и взбитые сливки на ореховом бисквите. И с тех пор не прикасаюсь к еде. Примерно через год я закончу курс лечения, сяду в машину и прямо с моста в воду. Так что не сочтите за обиду, барни, но роман у нас с вами едва ли получится. Нет, куда? Куда вы идете? Туда же, куда все. Нет, еще рано, не уходите. Ну как, хорошо вы провели время, барни? Миллион улыбок, фонтан смеха. Боюсь, что мои 8,2% упали до 3 или 4. Я не подлец, Дженнет. Не затевайте все сначала, барни. У меня осталась только 1 таблетка. Тупица, олух, дубина, но не подлец. Как вам угодно. Нет, не уходите, пока не скажете, что я не подлец. Мне это очень важно. Хотите, чтобы я солгала? Вы не подлец, барни. Угу. Хорошенькая мы компания. Ладно, пусть все мы дерьмо, пусть все мы подлые, испорченные, тошнотворные, чудовищные, отвратительные люди. Что ж, барни? Вы обо мне и половины не знаете. Вы ни малейшего представления не имеете, насколько я грязен и мерзок. Вы считаете себя первой женщиной, которую пригласил сюда? Ха!
Хотите узнать про Эллен? Я ее подцепил у себя в ресторане. Замужняя женщина. Пьет, курит, кашляет. Требовал, чтобы я содрал с нее платье. А чем кончилось, Джанет? Ничем. Ничем не кончилось. Потому что я искал что-то красивое и что-то возвышенное. Хотите услышать о Бобби, свихнувшейся без работы певичке из ночного клуба? Я сидел с ней и курил марихуану. И пел популярные песенки. А чем кончилось, Джанет? Ничем. Ничем не кончилось. Потому что я снова искал что-то красивое и что-то возвышенное. Потом я пригласил вас. Женщину, которая вчера буквально пригвоздила меня к столу у себя на кухне, требуя встречи. Да-да-да-да-да. У меня на синих брюках еще остались пятна от майонеза. Да-да-да. И что же вы делаете, явившись сюда? Глотаете таблетки и целый день держите за свою сумку. Будь она трижды проклята. И опять ничего не происходит. Ничего. Потому что я снова ищу что-то красивое и что-то возвышенное. Так вот, все. Черт побери! Что это? На этом я заканчиваю. Что это вы? Я перестаю искать красивое и возвышенное, потому что его не существует. Вы правы, Джанет. Все мы дерьмо! Все! На свете не осталось порядочных, любящих, добрых людей. Все мы порочные, похотливые, отвратительные чудовища. Но если мы преступники, Джанет, давайте, по крайней мере, совершим преступление. Если мы развратные, давайте развратничать. Если мы порочные, дадим волю порочным склонностям. Идите сюда, Джанет. Нет, идите нет, сюда. Не приближайтесь ко мне. С кем вы собираетесь нет. шутки шутить? Я хочу с мальчишкой? Домой. С трусливым дилетантом? Я нет, профессионал, нет, Джеки! Нет, нет, я хочу домой, пустите меня, я все эти уйти. Штучки-дрючки наизусть знаю. А я хочу уйти. Пустите куда меня, вы? Пустите куда домой. Вы? Куда я вы? Хочу домой. Куда нет, вы? Нет, вы меня пугаете, Барни. Куда вы? Куда вы? Стоп. Пустите, стоп, я хочу куда, домой. Куда? Стоп, нет, стоп. Нет. Куда? Куда? Я хочу домой. Барни. Я могу вам рассказать такое про мотель мексиканца, что у вас волосы на нем встанут. Пустите, я не шучу. А кто здесь, черт побери, шутит? Уж ли? Что вы себе вообразили? Вчера на кухне вы с меня чуть штаны не спустили. Нет, вы меня а не сюда, так поняли. А сюда явились выкладывать свои горести. Я... Душераздирающие истории оставьте при себе. Меня ваши проблемы не интересуют. Меня интересует ваше тело. Вы с ума сошли, Барни, что с вами? А что с вами, душечка? Снимайте к чертовой матери платье. Нет, я сдернул нет, вы не позволите себе. Ничего, вы не такой. Не такой. А какое? Говорите, какое на самом деле. Разумный. Нормальный, цивилизованный. А еще какое? Говорите, какое еще. Добрый, добрый. Разумный. Нет, мало, черт побери. Вы будете лежать до той поры, пока не сгниет ваша распроклятая сумка. Нет, говорите, я хочу услышать новое слово. Слово, которое вы еще не сказали. Говорите, какое еще. Прямо. О, порядочный. Ага! Порядочный! Вот это я и ждал. А порядочный... А что еще? Что еще? Добрый, добрый, честный. Добрый, честный, добрый, честный. Но каким образом? Вы же утверждаете, что таких людей нет? Нет. Нет, нет. Нет, нет. Только вы. Только я. Да. А Тельма? Нет. Да. А, и Тельма тоже. Уже двое. А ведь если нашлись два человека, могут найтись и другие. Что скажете, Джанет? Нет, я не знаю. Думайте, Джанет. Можете ли вы назвать еще одного? Думайте, Джанет. Не могу, Мел. Мел. Мне нужен Мел. Ну почему? Почему вам нужен Мел? Я не знаю, но он нужен мне. Потому что вы любите его? Да. Но как можно любить человека нечестного, недоброго, нелюбящего, непорядочного? Это не так. А так? Мел добрый, честный, любящий, порядочный. Ну, изменил, что из того. Все равно я люблю его. Он нужен мне. Ну вот. И третий. Ну вот и третий. Я же знал. Я же знал, что вы справитесь, Джанет. Ну вот. И третий. О, Господи. О, Господи.
Господи! Что с нами происходит, Барни? Что происходит с миром? Мне не поспеть за жизнью. Надо смотреть правде в глаза, Дженет. Мир меняется, пора привыкать. На это уйдет остаток моей жизни. Барни, поклянитесь, что ни одна живая душа никогда не узнает. Да пусть мне хватит инфаркт в приемную доктора. Бросьте беспокоиться, Дженет. Пойти за такси? Боже, сохрани, что вы. Еще кто-нибудь увидит? Наверняка это Шарлотта Корман. Я настоящий мерзавец, да? Вы, наверное, возненавидели меня за приглашение. Вовсе нет. Да, Дженет, вы не забыли? В четверг вы с Мелом ужинаете у нас. Придете? Барни? Да? Скажите мне только честно. Пожалуйста. Вы действительно верите, что среди нас есть добрые, честные и порядочные? Верю. И в глубине души вы тоже в это верите. Может и так. Может и так. Но в 2 часа ночи я все-таки похлопаю Мела по плечу и скажу ему: а знаешь, у меня роман. Пусть для разнообразия попереживает и он. Хелло. Тельма. Что ты делаешь? Занята? Слушай, солнышко, а почему бы нам с тобой сегодня не встретиться? Мы могли бы придумать что-нибудь. Ну, конечно, конечно. Ты за 10 минут доберешься сюда. Нет, нет. Не в ресторан.
домой к моей маме. Нет, она не приглашала нас к обеду. Я просто хочу с тобой здесь встретиться. Не упрямься, Тельма. Неужели мы не можем с тобой встретиться? Едешь?